Дорогие, доброго времени суток, дорогие друзья. Вот, наверное, вам покажется, что мы находимся где-то за городом. Вот электрички слышно, вот тут станционное здание. Но attention, please! Вот это 16-этажный дом, свечка БВХ. И вот вам городская застройка, потому что мы находимся в Калининском районе Санкт-Петербурга. И вот здесь дом такой. И вот с приусадебным участком. Интересно, что адрес этого дома — станция Пискаревка, дом 2. И в нем, видимо, как минимум две квартиры. Вот, собственно говоря, приусадебный участок, он такой узенький, метров 15 шириной, но зато в длину, вот посмотрите, оттуда метров 20. И вот сейчас покажу, сколько он будет во всю длину. Я так понимаю, земелька здесь совсем не дешевая. Земелька здесь просто драгоценная, потому что вот там как раз пешеходный переход. И вот, собственно, смотрите, какой тут адрес обозначен. Станция Пискаревка, дом 2. Ну что, давайте посмотрим дальше. И вот смотрите, кто тут обитает. Ну вот, судя по машине, тут обитает далеко не самое бедное население, что вот, ну это, конечно, старенький Nissan Navara, это такой пикапчик среднего класса. Этой машине, наверное, лет 15. Но, надо сказать, хорошая машина. Ну, знаете, конечно, я могу долго рассказывать о разных машинах, но сейчас не эта тема. И вот смотрите здесь, вот где кончается этот участок с той стороны. Окончается он, собственно говоря, на железной дороге. То есть вот отвод железной дороги, и вот тут как раз забор этого участка. Огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет мне какой-нибудь копейкой, хотя бы на пачку сигарет. Помочь можно по номеру +7 39 869 95 91. На Тинькофф, Альфа-Банк, Халву или Киви. До новых встреч!